пунктуальные, вежливые и нерешительные личности. Они легко преодолевают препятствия, встречающиеся на пути. Они не терпят любого подавления и индивидуальности. Они служат образцом красоты и изящества во всем. Они предпочитают постоянно развиваться и познавать новое. Это веселые и оптимистичные личности. Их таинственная натура завораживает окружающих людей. Они тонко понимают человеческую натуру и психологию. Включают логику, выстраивают точную стратегию к цели. Они налаживают доброжелательные отношения с окружающими. Эти люди изобретательные, любят комфорт и уют. С возрастом они становятся более аристократичными. Деньги для них выступают мощным стимулом для развития. Это умные, обходительные и свободолюбивые личности. Эти люди романтичны, ранимы и чувствительны. Эти люди добиваются успеха в карьере и достигают поставленных высот. Часто высказывают то, что думают в лицо. Они способны стать профессионалами своего дела. В вопросах воспитания детей они ответственны и заботливы. Они умеют вести себя в обществе, знают правила этикета. Эти люди генерируют интересные идеи и правила. Благодаря усердию и находчивости достигают вершин. Это выносливые, гибкие, продвинутые личности. Они вникают вглубь каждой детали, каждого слова и мысли. Часто раздают советы, принимают ответственные решения. Поддерживают постоянные контакты с близкими по духу. Такие люди щедры на подарки и сюрпризы. Эти люди любят проводить время в компании друзей. Эти люди хотят быть красивее или умнее других. Они уверены в себе и своих целях. Талантливые личности часто воплощают свои мечты. Им нравятся умные разговоры и романтические места. Большую часть жизни они обучаются и совершенствуются. В любви эти люди скрытны, сдержаны в поступках. Судьба предвещает этим людям удачную и счастливую жизнь. Они целеустремлены и рациональны в действиях. Они быстро приспосабливаются к новым ситуациям. Они не навязывают свое мнение окружающим. Это корректные и утонченные преданные натуры. Они умеют найти общий язык с любым человеком. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.